Сергей Иванович, скажите, каковы ваши ожидания от этой поездки и что вы ждете от развития российско-британских связей? Я хотел бы поблагодарить нашего посла Александра Владимировича за не только приглашение, но и за замечательную организацию работы нашей большой бизнес-делегации, делегации, которая сегодня изучает необычный для Российской Федерации проект, связанный с созданием кластера творческих индустрий. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, мы рассчитываем, что нам удастся не только презентовать инвестиционный и кадровый потенциал нашего региона, экономические возможности, которые мы можем предложить нашим английским партнерам, но и мы рассчитываем на подписание, в том числе уже в самое ближайшее время, нескольких инвестиционных проектов. Вот, мы уже не первый год друг друга знаем с Александром Владимировичем. Он нас уже, что называется, в течение нескольких лет по жизни ведет по Великобритании. И у нас имеется сразу несколько практически выходящих на финишную прямую контактов. Мы договорились о том, что в самое ближайшее время будет осуществлена большая бизнес-делегация в Ульяновскую область, бизнес-кругов Великобритании. И я надеюсь, что у нас появятся партнеры в области композитных материалов, производства композитных материалов, в области творческих индустрий, в области автомобилестроения и все, что связано с логистикой. Вот тема, которая на сегодняшний день очень близка к подписанию инвестиционных соглашений. Спасибо большое.